Выставку-конкурс посвятили памяти почетного гражданина города и бывшего мэра Вячеслава Воронкова. В свое время именно он внес неоценимый вклад в развитие города как одного из лучших курортов. Основная часть работ выполнена студентами Сочинского государственного университета. Перед молодыми архитекторами стояла непростая задача, помня лучшие традиции прошлого, представить свой взгляд в будущее. Студенты, они сочинцы, и душа болит за то, что они видят вокруг себя, поэтому работы проникнуты чувством и отражают те таланты и тот взгляд в будущее, который мы надеемся, что сможет найти воплощение. На открытие выставки побывал и член общественной палаты. Архитектура, по словам Константина Затулина, визитная карточка курорта. И внося изменения в городской ландшафт, нужно придерживаться медицинского постулата «не навреди». А хаотичная застройка с ее последствиями должна стать хорошим уроком. Был период, когда считалось, что большие деньги все решают, и нет необходимости ничего согласовывать. Любой план, в том числе генеральный план, можно легко поправить, если, как говорится, позвенеть в кармане дукатами. Вот это все нанесло ущерб взаимодействию города с его творческой интеллигенцией. И сейчас необходимо возвращать творческую интеллигенцию в процедуру принятия важных для города решений. Помимо жюри, лучший архитектурный проект могут выбрать и сами сочинцы. Сделать это можно, посетив выставку и проголосовать при помощи специальных стикеров или на сайте архитектуры города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.